Ситуация в стране ухудшается. Правительство предлагает только одно – сокращать пенсии и зарплаты, вложения в образование, производство и здравоохранение. Но есть другой путь. Что же предлагает КПРФ? За что борются коммунисты? Все цели КПРФ в 10 тезисах Зюганова. Восстановить экономическую независимость. Центральный банк России не должен быть филиалом американской ФРС. Хватит молиться на валюту и ублажать банкиров. Валютные операции и банковскую систему под контроль. Экспорт сырья на благо народа, а не олигархов. Выручка от нефти и газа в казну, а не нуворишам и их челяди. Новая индустриализация. Нужно производить, а не растаскивать остатки советского наследия. Образование и наука для всех. Дорогу науке и образованию. Приоритет наукоградам. Хватит калечить умы поколения. Спасти сельское хозяйство. 10% госбюджета на поддержку АПК и села. Поддержка народного бизнеса. Мы поддерживаем людей, а не корпорации. Мобилизация кредитных ресурсов. Хватит кормить Канзас и Техас. Хватит вкладывать деньги в американские бумаги. Госконтроль над ценами на товары первой необходимости и лекарства. Достойно жить, а не выживать. Изменить налоговую систему. Основная нагрузка на сверхбогатых, а не на народ. Приоритет – забота о людях. Реальный прожиточный минимум и цены на ЖКХ. Нормальные пенсии. Льготы детям войны. Восстановить бесплатное и доступное здравоохранение. Прекратить сокращение врачей, больниц и поликлиник. Защита традиционных ценностей. Мы боремся с пропагандой насилия и безнравственности. Борись за лучшее с КПРФ. КПРФ.